Жим груди на наклонной скамье в 45 градусов. Упражнение для проработки верхнего отдела грудной мышцы. Прогибаемся в пояснице и сводим лопатки вместе. Используем средний хват. Опускаем штангу к ключицам. В конце упражнения локти сгибаются на 100 градусов. Не выжимаем до конца, создавая напряжение в грудной мышце. Для создания дополнительной нагрузки пытаемся свести руки вместе.